типа нам нужна помощь, чтобы разгадать страшную и ужасную тайну. Набери здесь свое имя и начнем. Типа грандиозно! А теперь пошли, поскакали, поплыли вперед! Ужасно. Ужаснее? Переп-ужасно! Ужаснее! Ужасно. Ужаснее! Переп-ужасно! Ужаснее! Буритос. Отлично, город мы нашли, теперь можно остановиться и перекусить. Ага, перекусить. Ну и захолустье. Да тут чего доброго и Макдональдса не найдешь, а? Согласно карте, Лос-Буритос – город-призрак. Призрак? Да нет, не в этом смысле. Велма хочет сказать, что город заброшен. Типа мы поняли, только вот... Ну, Велма... Типа, разве не так должен звучать самый взаправдышний призрак? Хороший вопрос, Шеги. Поищем, откуда доносится этот вой. Надо найти, откуда доносятся эти звуки. С чего мы начнем? Подозреваемые и улики. Друзья, осмотрим город! Вперед, друзья, осмотрим город! И не просите! Я туда ни за что не пойду! Даже за сладкий скобик? Надеюсь, один у нас остался. Не будем терять время. Его и так мало. Вперед! Эй, вой становится все громче. Значит, мы на верном пути. Ну, на этот счет есть и другое мнение. О, по-моему, мы нашли, откуда слышен вой. Пойдем, попробуем помочь. Надо его немедленно освободить. Это наш долг. Спасибо. А теперь найдите ключи и освободите меня. Они где-то здесь. Эй, Скуби! Прокатишься на механическом быке? Да-да! Круто! Дайте 5 центов! Отлично! Один нашли! Ребята, ключик! Поищем вокруг. Надо найти ключ. Нам не разорвать эти цепи. Нужны все 3 ключа. Эй, Скуби! Прокатишься на механическом быке? Да-да! Круто! Дайте 5 центов!
Поищем вокруг. Нам не разорвать эти цепи. Нужны все три ключа. Ребята, ключик. Хорошо, что вы пришли. Цепи, знаете, натирают тело. И кто же вы, о благородные юноши? Я Фред, а это Дафна, Велма, Шегги и Скуби-Ду. Скуби-Ду! А я Артефакт, профессор археологии. Я со своими студентами раскапывал старый город-призрак. Я работал здесь, в салуне, и тут кто-то схватил меня сзади и приковал. Хорошо, что подоспели мы. А где же ваши студенты? Большинство разбежалось, испугавшись безликого всадника. Безликого всадника? Ой! Видите ли, Лос-Буритос – известная криминальная столица прошлого. Здесь жили Коэн-клоун и Эль-Сита-бандита. И мои студенты решили, что духи этих разбойников посещают город. Я не виню их за суеверные страхи. Безликий всадник верхом на бледном коне с развивающимся по ветру черным плащом – убедительное зрелище. Ага, так вот кого мы видели, когда прибыли в город. Типа я говорил, что это призрак. Призрак или нет, надо со всем этим разобраться. Полюбуйтесь-ка, это я нашел на старом кладбище. Спасибо, это нам пригодится. Подозреваемые и улики. Карта, здесь указано, что если мы отправимся по туннелю на кладбище, то найдем деньги. Профессор Артефакт знает все на свете о раскопках. Профессор Артефакт знает все на свете о раскопках. Карта, здесь указано, что если мы отправимся по туннелю на кладбище, то найдем деньги. Пироги и пирожочки! Мням-ням! Воздушный пирог! Здравствуй! Хо-хо! Кажется, предстоит дуэль на пирогах. Ребята, начало в полночь. Осторожно, Скуб! Мышью двигай Скуби влево и вправо. Кнопкой мыши кидай пирог. Надо посмотреть, что наверху. Разделимся. Стойте здесь, ребята, мы скоро вернемся. Ладно. Но чего ради призрак пугает этот город? Тут раньше было логово бандитов. Хотел бы я знать... Что знать? А теперь тут есть логово бандитов. Поищем еще... Что-нибудь найдем.
полюбуемся видом. Это безликий всадник. Он копает. Нам нужен способ попасть на кладбище. На кладбище может быть ключ к тайне. Эй, я нашла монетку. Не потеряй ее, еще пригодится. Мой путеводитель говорит, что давным-давно здесь украли кучу золота. Воров, конечно, не поймали? Нет. И золото тоже не нашли. Эй, Скуби! Прокатишься на механическом быке? Да-да! Круто! Дайте 5 центов! Ну, Скуб, устрой этому быку родео века! Вперед, Скуби! Скуби-ду! Может, что-то другое? Фред, почему бы вам с Дафной не остаться, а мы с мальчиками посмотрим, что там? На меня не рассчитывайте, я остаюсь. А если я отсчитаю 3 сладких скубика? Ну, ты всегда отлично считала. Не останавливаемся, скоро стемнеет. Вперед! Откуда? По-моему, из-под сцены. Спасибо. Хорошо, что вы меня услышали. То, что вы там делали под сценой? Я вела раскопки под сценой. И тут призрак в черном плаще запер меня. Я Дженни Лариат. Я исследую города-призраки Старого Запада. На заметку. В Салуне видели безликого всадника. Какое совпадение! А мы как раз бежали от призрака. Наверное, безликий всадник. Призрак кого-то из банды «Кирпич в стене». У города Лос-Буритос богатая преступная история. Здесь кишмя кишели воры и головорезы. Головорезы? И знаменитее всех была банда «Кирпич в стене». Они славились отчаянными и мгновенными ограблениями. Лет 150 назад они похитили из казны Эль-Секу гору золота. И говорят, что они зарыли золото где-то в городе. Типа призрак не хочет ни с кем делиться золотишком. Не знаю, все это подозрительно. Я нахожу странные вещи по всему городу. Вот, поглядите. Подозреваемые и улики. Мыло, новенький кусочек. Кто-то типа любит держать носик чистым. Это Дженни Лариат. Привет, Дженни! Знает все о призраках. Профессор Артефакт. Знает все на свете о раскопках. Профессор Артефакт. Уверен?
Идем дальше. Хранилище заперто. Ну что ж, значит, войти не удастся. Увы. Вперед! А, следы! Судя по следам, мы здесь все-таки не одни. Вперед! Это местный вокзал. Надо бы разбудить этого старика. Как же его разбудить? Слышите? Он храпит какую-то песенку. Знаю. Давайте сыграем ту песенку, которую он храпит. Типа я пианино не вижу. А ты возьми колокольчики. Если правильно прозвонить в колокольчики, он точно проснется. Вот это я понимаю храп. Кто бы говорил. Привет, ребята! Не у вас мои дубы! А? Что? Мои дубы! Дубы! Вы их нашли? Губы? Трубы? О чем это он? Эй, вы не находили моих дубов! Мне нужны дубы! Без зубов ни слова непонятно! Найди их! Универмаг. Часы? Ску, какие еще часы, когда я голоден? Типа, тут все закрыто. Естественно, это город-призрак. Сколько можно это повторять? В
старых западных городах универмаг был единственным местом для покупок. Здесь продавали все? Можем остаться здесь или продолжить поиски? Остаться! Я с тобой, Скуп! Разожжем костерочек, споем! Поджарим шашлык! Кончайте думать брюхом! Мы еще должны разгадать тайну! Пошли, команда! Вперед! Ой! Привет, ребята. Что привело вас в Лос-Буритос? Просто проезжали мимо, шериф. Вы здешний закон и порядок? Я Сурок де Фургон, шериф Эль Секо. Эль Секо? Центр округа. Вниз по дороге отсюда. Вы ловите тут безликого всадника? Да? Доверяй профессионалам! Вот мой девиз! Мы тоже детективы. Наша компания называется «Тайна». Ну, раз вы детективы, то должны быть наблюдательными. Какой там? Мы не заметили даже никакого лотка с хот-догами. Хочу сказать, вы должны были заметить кое-какие детали. Я вам задам 3 вопроса. Ответите, и я расскажу вам, что знаю. Что означают буквы ЖД на вокзале? Жадные дирижабли, жаль дорого, железная дорога, жены дикарей. Что? Желе... Да, конечно. Сколько рычагов на подмостках? 1, 2, 3, 4. Да, конечно. Что за здание рядом с салоном? Банк, почта, универмаг, Белый дом. Банк, вы знаете свое дело. Принесите мне что-нибудь, что говорит о населении города. Ты уверен? Не то. Попробуй еще. Старый насос сломан. Типа, где рукоятка? Теперь у нас есть ручка, и можно починить насос. Попробуем. Качаем дальше. Зачем? Кажется, там что-то застряло. Качаем дальше. Что-то выскочило. Это ключ. Ключ? Маленький. Для карманного замочка или сундука. Может, хватит приключений на сегодня? Ладно, вы трое оставайтесь, мы разведаем. Ты обратила внимание на кирпичи? Да, у некоторых странный цвет. Некоторые из них сияют. Сияющие кирпичи. К чему бы это? Кто-то выкопал здесь яму. Видимо, студенты профессора Факта вели раскопки. Интересно, что они искали? Какой-то туннель. И ужасно темно. Нам понадобится лампа. Я дам подсказку. Мне нужна табличка. А?
Ого, сломано! Ну что ж, здорово, Скуби, молодец! Спасибо! Вперед! Вот, сэр! Теперь правильно. Именно это я и просил. А что вы думаете вот об этом? Я нашел это на кладбище. Спасибо! Это нам пригодится. Подозреваемые и улики. Магнитофонная кассета. Призрачные звуки. У кого есть магнитофон? Если ты... Этот суровый дядя Шериф Фургон. Это Дженни Лариат. Привет, Дженни! Знает все о призраках. Профессор Артефакт. Знает все на свете о раскопках. А это старина Гамми. Гамми Байер. Он тут всегда жил. Давайте разделимся. Ладно. Шегги, Скуби и я ищем в конторе шерифа. Мы скоро вернемся. Есть хочу. Мяу-мяу. Это объявление о розыске безликого всадника. Типа, безликий всадник тут давно тусуется. Если верить плакату, всадника обвиняют в куче грабежей. Дверь в камеру не открывается. Приржавела. Отлично! Значит, войти нельзя. Можно, но надо найти масло для смазки. Может, что-то другое? Ты уверен? Шайка кирпич в стене. Их ищут за грабеж. Что? Целая шайка привидений? Пишут, что они украли у правительства целую гору золота. Трудитесь, только так раскрывают тайны. Ой! Может, хватит приключений на сегодня? Ладно, вы трое оставайтесь, мы разведаем. Кто-то запасся песком, не мелочась. Интересно, что там внизу? Надо найти лампу. Хорошая идея. Вперед! Это местный вокзал. Нет зубов, я могу подождать, они в безопасном месте. Давайте найдем ему зубы. Они где-нибудь в городе. Это универмаг.
дверь заперта? Должен быть другой вход внутрь. Механические часы. Интересно. А если их выломать, они могли бы пригодиться. Хорошо, надо их выломать и забрать с собой. Ты уверен? Универмаг. Вперед! Идем дальше. Может, что-то другое? Вставляем часы и ставим их на 11:20. Получилось! Хранилище открыто! Посмотрим, что там. Тут сейф, и он заперт. Вперед, команда! Подберем комбинацию! Ты уверен? Тут сейф, и он заперт. Вперед, команда! Подберем комбинацию. Крепкие сундуки, и все заперты. Да, надо найти ключ. Интуиция подсказывает, нам нужно то, что внутри. Не подходит. Попробуем следующий сундук. Оп, это не то. Попробуем другой. Это вставные зубы. Фу, уверена, мы найдем им применение. Вперед! Это местный вокзал. Привет, ребята! Не у вас мои дубы? А? Что? Мои дубы! Дубы! Вы их нашли? Губы? Трубы? О чем это он? Вот они, сэр.
Спасибо за зубы! Я их припрятал, чтобы разбойники не украли мое золото! У меня найдется для вас кое-что, ребятки! Спасибо! Это нам пригодится! Подозреваемые и улики. Книга о городах-призраках. Кто-то делал тут домашнее задание. Если ты уже все выяснил о подозреваемых и уликах, жми кнопку назад и вперед! Книга о городах-призраках. Кто-то делал тут домашнее задание. Профессор Артефакт знает все на свете о раскопках. А это старина Гамми. Гамми Байер. Он тут всегда жил. Это Дженни Лариат. Привет, Дженни! Знает этот суровый дядя Шериф Фургон. А теперь куда скуп? А теперь куда скуп? Ну и куда? Сюда или туда? Типа, где это мы? Вместе раскопок. Топчетесь и мешаете моей работе. Как можно закончить работу, когда вы стоите тут душой? Кто вы такой? Студент Очкарик. А вы что за замызганная парочка? Потерялись. Мы потерялись. Мы — это Шегги и Скуби-Ду. Я пытаюсь собрать эту находку, но я плохо вижу. Мне давно пора к окулисту. Можете мне помочь?
Нет-нет-нет, не прикасайтесь. Вы все в грязи. Щелкайте мыши по кусочкам и переносите их, чтобы собрать картинку. Видимо, это что-то интересное. Как вы думаете? Подозреваемые и улики. Кисточка археолога с буквами А, Ф. Есть. Это мистер Очкарик. Он студент. Магнитофонная кассета. Призрачные звуки. У кого есть магнитофон? Если ты уже все выяснил о подозреваемых и уликах, жми кнопку назад и вперед, вперед! А не пора ли вам на выход, а? Сюда или туда? Thank you.
Вперед! Может, хватит приключений на сегодня? Ладно, вы трое оставайтесь, мы разведаем. Давайте разделимся. Ладно, Шегги, Скуби и я ищем в конторе шерифа. Мы скоро вернемся. Я не хочу в камеру! И я? Ну а за три сладких Скубика? Типа это добавит смелости. И мне! Не будем терять время. Его и так мало. Ну что, полезли, Скуб? Страшно. Скажи еще раз. А? Страшно. Ой, ребята, где вы? Я без очков ничего не вижу. Что это было? А? Зачем ты нас заперла, Велма? Это не я. Я потеряла очки. Караул! Мы в ловушке! Помогите! Я сейчас вернусь. Я иду за помощью. Возьмем это одеяло. Полезная штука. Вздремнем. Выберемся и поспим как следует. Типа и окно тоже заперто. Заперто! Мы не можем выйти. Помогите. Паук. Караул! Паук! Типа подземный ход. Наш шанс выбраться отсюда. Ага, идем. Здесь сильный сквозняк. А? Типа другой выход есть, но он в потолке. О, нет. А вдруг он идет на кухню? Как оттуда выбраться, Скуб? Не знаю, Шегги. Ты уверен? Типа где мы? На почте. Отправьте меня отсюда ценной бандеролью. Давайте разделимся. Ладно, Шегги, Скуби и я ищем в конторе шерифа. Мы скоро вернемся. Thank you.
Вперед! Идем дальше. Посмотрим, что там. Я нашел. Вот комбинация. Ну и ну, потайной проход. Если в сейфе есть дыра, значит сейф он был вчера. А, Скуп? Да, вчера. Это задний двор. Мы где-то между банком и универмагом. Вот куда ведет другая дверь. В универмаг. Ой, что-то мне не нравится этот шум. Мы останемся здесь. Пойдешь туда за 3 сладких с кубика? Типа предлагай, мы слушаем. Не будем терять время. Его и так мало. Змей! Глянь, Скуп, вяленое мясо! А? Гляди, оно совсем не испортилось! Кому свежих фруктов? Вкусно! Змей одеялом. Это лампа? Лучше припасем ее, пока не окажемся в темноте. Вперед! Кто-то выкопал здесь яму. Видимо, студенты профессора Факта вели раскопки. Интересно, что они искали? Теперь у нас есть свет. Посмотрим, что там внизу. А может, не надо? Идите сюда, трусишки. Так я и думал. Есть другой выход из туннеля. Посмотрим, куда он идет. Лишь бы на том конце была еда. Скажем, сэндвич длиной 0,5 метра. С обедками и специями. Вперед, команда! Надо найти ту могилу, которую посещает призрак. Немного покопаем и посмотрим, что выйдет.
Где? Не знаю. Отличная работа! Мы снова справились вместе! Скуби-Ду! Пожалуй, на один день приключений хватит. Займемся делом. Надо разгадать тайну. Вперед! Типа супер страшно, я не люблю посещать могилы изнутри. Ну а за сладкие скубики пойдешь? Ну разве что за три. Не будем терять время, его и так мало. Можем остаться здесь или продолжить поиски. Остаться. Я с тобой, Скуб. Разожжем костерочек, споем. Поджарим шашлык. Кончайте думать брюхом. Мы еще должны разгадать тайну. Пошли, команда. Вперед. Продолжаем поиски. Призрак копал где-то здесь. Может, кто-нибудь спрятал здесь чизбургер? Вот и еще один кирпич. Покрашенный, как и те кирпичи на почте. Давайте отмоем и посмотрим, из чего он. Но нам нужна вода. Я знаю, где вода. В старой колонке. Thank you.
Отмоем кирпич и посмотрим, каким он станет. Это, наверное, и есть то золото, что украли кирпичи в стене. Ага, значит, скоро за нами явится сам безликий всадник. На то и расчет. Прекрасно, Фред. Мы прикрывали твои тылы, Фред. Да, издалека. Пора объявить, что эта загадка решена. Да, Велма. Самое время приподнять покров тайны. Типа, раз мы нашли всех подозреваемых, надо просто выбрать одного? Да, одного из них. Вперед! Снимите с него шляпу. Кто же наш призрак? Дженни Лариат. Типа это Дженни? О, мне это и в голову не приходило. И мне. Вы нас провели, но это и впрямь кое-что объясняет. Например, кассету со стонами привидений. Ни у кого больше нет магнитофона. И книгу о призраках. Вы проделали немалую работу, чтобы напугать город. Если бы все разбежались, золото осталось бы вам. Сержант Уайт, здорово, что вы прибыли сюда. Рад помочь, ребята. А это и есть наш вор? Именно! А еще это наш призрак. Призрак? Шайка «Кирпич в стене» не просто так получила это название. Она прятала свое золото в стенах почты под видом кирпичей. Наш вор начал разбирать стены, красть золото и перепрятывать его на кладбище. Пойдем, подруга, тебе предстоит многое объяснить. Проклятие! Золото должно было достаться мне! И больше никакого шарлатанства! Я научилась бы вызывать тени! У вас не было и тени шанса. Преступника всегда настигает возмездие. План был идеален и увенчался бы успехом, если бы не вы, любопытные крысы. Отлично, кажется, мы раскрыли тайну. Я доволен, а вы? И я. А ты, Шиги? Ну да, типа круто. Мы посреди пустыни, золота нет и жрать нечего. Я голоден. Что это? Кажется, безликий всадник. Не может быть. Он все ближе. Я уже такое слышал. Это у Скуби в животе. Он же типа голодный. Говорят, в Эльсеко есть неплохая забегаловка. Вперед! Скуби-Ду! Скажи, Скуб, сколько нужно блох, чтобы избрать конгрессмена? А? Не знаю, Шеги. Я тоже. Но у тебя наверняка есть кворум. Скуб, кворум? Не понял. Thank you.
Что за сарса парила? Старинный легкий напиток. Орать шипучки. Вкусный, пенистый? Наверное. Ароматный, утоляющий жажду? Может быть. А у тебя он есть? Шеги, прошу, не сейчас. Как он ухитряется спать стоя? А, это мелочи. Он может и есть во сне. Удивительно. Это чепуха! Я могу делать все это сразу. Типа нам нужна помощь, чтобы разгадать страшную и ужасную тайну. Набери здесь свое имя и начнем. До встречи!